Востребованность продукции предприятий и строительного комплекса будет расти. Такую точку зрения высказал сегодня председатель Комитета госконтроля Беларуси. Леонид Анфимов посетил завод металлоконструкции в Молодечно. Загрузка его мощности всего 30%, а востребованность на продукцию растет. Завод выпускает металлические конструкции для изготовления транспортных галерей, эстакад, морских радиомаяков, логистических и спортивно-развлекательных комплексов. Новый бизнес-план позволит предприятию улучшить финансовое положение. Оно заняло и занимает свою нишу на рынке строительных услуг, строительной продукции, которая действительно может при нормальной финансовой стабильности работы этого предприятия поднять его на более высокий уровень по эффективности работы. Председатель комитета госконтроля встретился с трудовым коллективом предприятия, после провел прямую телефонную линию для жителей Молодечно и района.